Привет, с вами компания 3D Tool, и мы отправляемся в весьма увлекательный мир 3D-печати. Сегодня у нас на обзоре довольно интересный принтер от российской компании Picasso 3D. Picasso 3D Designer Pro 250, или как его порой называют, Прошки. Что же в нем такого, что вызвало повышенное внимание к нему в России и за рубежом? И почему он является одной из самых популярных моделей в нашей стране? Ответ на этот вопрос можно найти в самой концепции 3D принтера. Прошка разрабатывалась конкретно для печати высококачественных моделей. Она изначально была сконструирована именно для этого. Рассмотрим ее подробней. Откроем крышку и посмотрим на главные особенности Pro 250. В первую очередь это, конечно, конструкция кинематики, основанная на рельсах. Это позволяет печатать качественные детали слоем до 50 микрон. Наверняка вы слышали о том, что при печати сложных моделей не обойтись без поддержек. А если не знали, то вот вам ценный факт на будущее. И чтобы сохранить качество поверхности модели, нужно, чтобы поддержки были из растворяемого материала. Для того, чтобы принтер мог печатать двумя пластиками, нам потребуется целых два экструдера. Как создатели Pro 250 решили эту задачу? А вот как. Перед вами специальный экструдер Jet Switch. Он один, но может работать двумя материалами. Скорость – главное преимущество печати двумя материалами на прошке. Переключение между ними занимает всего 25 сотых секунды по сравнению с 5, а то и 10 секундами у других принтеров. В чем еще заключается отличие от прочих принтеров двумя экструдерами? Когда принтер переключается на печать другим материалом, нагретый пластик из второго сопла начинает вытекать и может испортить поверхность модели. Другой недостаток – вторым соплом можно ненароком зацепить модель в процессе печати, и результат будет загублен. Pro 250 полностью лишен данных проблем. При переключении на второй материал неработающее в данный момент сопло закрывается, и пластик из него не вытекает. Риска зацепить выключенным соплом модель здесь тоже нет. Оно находится в этот момент выше рабочего. То есть на поверхности всегда только одно сопло. Благодаря этой уникальной конструкции Pro 250 позволяет создавать сложные модели с отличным качеством поверхности, недоступным большинству других двух экструдерных принтеров. Именно из-за этого Pro 250 так популярен среди дизайнеров, инженеров и архитекторов. Там, где нужно получить на выходе сложную модель с гарантированным качеством, альтернативы в такой ценовой категории для Pro 250 практически нет. Кроме своего уникального экструдера, Picasso Pro 250 имеет все то, что есть у других 3D принтеров, в том числе и нагреваемый стол, который позволяет использовать все доступные материалы для печати, включая те, что с высокой усадкой. Область печати здесь среднего размера, 200 на 200 на 210 мм. Этого достаточно для решения большинства задач. Автоматическая калибровка стола значительно упрощает эксплуатацию 3D-принтера. Разумеется, здесь присутствует удобное русифицированное меню, поэтому принтер оказывается весьма прост в управлении. Для продвинутых пользователей есть возможность использовать коммерческий слайсер, который так и называется KISS-слайсер. Для покупателей Pro 250 эта программа доступна бесплатно. Новичкам тоже не придется горевать, этот принтер комплектуется собственным программным обеспечением от компании Picasso 3D под названием Polygon. Программа на русском языке и максимально проста в освоении, разобраться в ней сможет любой. Именно последний факт в сочетании с общей эргономичностью и простотой использования влияет на то, почему данный принтер популярен в учебных учреждениях. Принтер создан для того, чтобы процесс печати даже высококачественных моделей был доступен не только технарям-гикам, но и людям, далеким от специфических нюансов вроде устройства 3D-принтеров. Купить принтер Picasso 3D Designer Pro 250 можно на сайте компании 3D Tool. На этом пока все. Спасибо за проявленное внимание и оставайтесь на связи. Вас ждут новые, весьма увлекательные обзоры.